Организация «Социальный культурный клуб вместе». Основные направления деятельности – это содействие повышению роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни и его популяризации среди населения Саратовской области, а также содействие патриотическому воспитанию молодежи посредством изучения духовных и культурных традиций народа, населяющих Российскую Федерацию. Любой ребенок должен знать свою культуру и то, чем занимались его предки. Ты спроси сначала, можно или не можно. Какой-то странный тоже, чужие вещи сразу брать. А можно я его шашку шатаю? Шатать? Не, ушатывать не надо. Техника безопасности. Не, брат, прости, как бы это. А ты хотел проверить, что ли? Да, лучше с кулака. А также хочется отметить, что клуб «Покровская застава» объявляет набор свои нужные ряды юношек и девушек с 16 лет. Клуб «Покровская застава» – единственный выигрыш для тех, кто интересуется историей, реконструкцией, стрельбой из лука, историческим фехтованием и экстремальным туризмом. Для всех желающих тренировки клуба проходят в Ленинградском политехникуме, улица Полтавская, 19. Ждут они всех желающих 16 лет. Здравствуйте, ребят, хотелось спросить, чем вы, собственно, занимаетесь и кого вы представляете сегодня? Все хорошо. Я не понял. Я Покровская застава. Ну, реконструкция. Человека за аппаратом. Представляем, соответственно, Дышкопитчак, соответственно, некогда Великая степь, то есть люди-кочевники, которые некогда проживали на территории Саратовской области в том числе. Вот. А я гость из Европы, да, я представляю, получается, немецкого бюргера 14 века. Вот, ну, облаченного в доспехи, так как я ополченец. Вот, так как, может быть, некоторые не знают, но города в средневековье в Европе были иногда, соответственно, феодалом, коллективным. Поэтому город выставлял определенный президент. Но большая часть, ну, моя однокурсники представляют, соответственно, Спасибо большое. А вот у вас бы хотелось спросить, а какие элементы одежды присущи вашему образу, что вы хотите выделить? Что вы облачались? Спасибо большое. Сейчас мы пообщались с клубом «Покровская застава». Было очень интересно. Заходите, они вам отдельно расскажут. Здравствуйте, дорогие друзья, вновь вошедшие сюда сегодня на станции спортивной. Представлено несколько площадок, такие как Центр тестирования Энгельсского муниципального района приглашает вас сдать комплекс упражнений на ГТО. Такие как поднимание туловища из положения лежа на спине, рывок гири, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.
подтягивание классическое. Также можете пройти на площадку с шахматами, поиграть в шахматы со своими детьми, со своими друзьями, знакомыми. Вот, также, я тут слежу. Клуб Покровская застава, посмотреть на половецкий стан. Также страйкбольный клуб «Заря-64» приглашает вас посмотреть, потрогать, пощупать оружие. Они вам расскажут побольше. Вот. Также социально-культурный клуб «Вместе». У них проходят молодецкие забавы. Все желающие могут оценить свои физические возможности и попробовать себя в интересных играх на ловкость, силу и гибкость. Вот. Также сегодня Саратовский государственный университет и вместе с Саратовским региональным отделением студенческие отряды приглашают вас поиграть в лазертаг. Молодцы, что сбились? Сколько? 4-5 человек залезут? Пойдемте. Готовы? Аккуратно. Аккуратно. Готовы? Сколько нас? Трое. Поцелуй. Давай, готов? Точно готов? Поехали! Оп! Ряд! Ряд! Все живы! Живая? Живая, все хорошо? Идем. Зайдем, заходим, 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 заходим. Еще можете разрешить. Да, и далеко не надо. Итак, дорогие друзья, рад приветствовать всех гостей нашего фестиваля сегодня на станции спортивной. Вы можете обратиться в центр тестирования Энгельсского муниципального района. Они проводят тестирование ГТО. Можно сдать поднимание туловища из положения лежа, вывод гири. Проверить себя на гибкость, прыгнуть в длину, также поотжиматься, поподтягиваться. Также представлена площадка, где вы можете поиграть в шахматы со своими родными, близкими, родственниками, друзьями. Также у нас присутствует клуб «Покровская застава». У них можете посмотреть на половецкий стан. Сцена их называется «Сцена избыта кочевников». Также у нас присутствует страйкбольный клуб «Заря». Можете спросить, поинтересоваться, посмотреть, получить какие-то рекомендации по работе с огнестрельным оружием. Социальный клуб «Вместе» представляет молодежные забавы.